Распространенное мнение, будто у природы нет плохой погоды, далеко не всегда соответствует действительности. В ближайшие дни синоптики обещают в Карачаево-Черкесии сильный снегопад, который может обернуться ростом аварийности на дорогах, повреждением деревьев в линии электропередачи, крыш жилых строений. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность хода лавин, что в пик горнолыжного сезона, если не принять меры, может обернуться трагедией. Работа спасателей имеет некий сезонный характер, если летний и чуть-чуть осеннего периода в основном самые большие проблемы для нас составляют приезжающие на территорию туристы, альпинисты, водники, то сейчас в зимний период это больше, естественно, акцент делается на любителей фрирайда, то есть не трассового катания, потому что на трассах, как правило, работают наши коллеги на курортах Донбая, Архыза. Республиканские спасатели, они, естественно, обеспечивают безопасность и своевременное реагирование в случае возникновения несчастных случаев. Чтобы минимизировать возможные риски, вызванные сильными снегопадами и резким перепадом температур, подразделения поисково-спасательных отрядов МЧС по Карачаево-Черкесии приведены в режим повышенной готовности. Техника и снаряжение, существующее на сегодняшний момент на вооружении отряда, и в первую очередь, естественно, это подготовленные квалифицированные кадры, позволяют с уверенностью сказать, что отряд готов к реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного, природного характера в зоне своей ответственности, ну и, естественно, за ее пределами. Специалисты МЧС призывают земляков быть осторожнее. Водители предельно внимательны при движении, а пешеходов при переходе через проезжую часть. Жители горных районов и гостей курортов соблюдают все меры предосторожности, чтобы не оказаться жертвами снежного капкана. Ренат Ибрагимов, Айвар Барануков, Архыз 24.